преподобный мученик Серафим родился в 1877 году в городе Бузулуки Самарской губернии в семье мастерового Прокопия Щелокова. Окончив городскую школу, он поступил в Спасо-Елеазаров или Капустинский монастырь Псковской губернии, где был пострижен в монашество и рукоположен в иеромонаха. После революции отец Серафим перешел в Седмиозерскую Богородицкую Вознесенскую пустынь Казанской губернии, где подвязался до ее закрытия в 28 году. Был преподобный Серафим и исполняющим обязанности наместника Московского Свято-Данилова монастыря. Но и эту святую обитель большевики скоро закрыли. Перед первым своим арестом, когда в 1931 году началась широкомасштабная операция по аресту священнослужителей, отец Серафим служил в храме Воскресения Славущего, что в Даниловской Слободе. Тогда по обвинению в антисоветской агитации он был отправлен на 3 года ссылки в Усть-Кулом, Коми области. Вернувшись, отец Серафим поселился в городе Кашире Московской области и стал служить в городском соборе. Вскоре после этого он был возведен в сан архимандрита. В 1937 году отца Серафима арестовали. За принадлежность к духовному сословию архимандрит Серафим Щелоков был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. ...21 октября. День памяти преподобного мученика Серафима Щелокова, архимандрита.